Виктор, мой хороший друг, мы сейчас находимся на стадии экстракции мозга. Все проходит хорошо. Как вы видите, Виктор полностью pain-free. В спокойном состоянии, совершенно не жалуется, всем доволен. И можно посмотреть сюда, здесь то, что именно робот делает. Каждый волосок полностью замечается системой робота. Вот он заметил этот волосок, сейчас он подстраивает крюком и двигается. Следующий сайт. Вы видите, вот так немножко приходит, так должно быть. Это показывает, что параметры работают оптимально. И вот сейчас заканчиваем эту часть процедуры. И после этого будем переходить на следующую часть процедуры, которая будет имплантировать телеграмму здравствуйте.